Ну чё, продолжаем. Кабан у нас в распоряжении. Что с него надо убить-то? РПГ-любитель. 5 убийств. Ручной пулемет. Новичок. А, блядь, все-таки мне нужен пулемет. Угу. Ладно, давай тогда. Сюда ДПшнемся. Чё тебя? Кармина мне все рассказала. Пусть рейдеры только попробуют отнять у нас то, что мы построили. Рейдеры вернутся и, уверен, будут во всеоружии. Отлично! Они об этом пожалеют. У нас не так много времени, чтобы занять подходящую позицию. Так что нам нужно знать, когда эти ублюдки нападут. Я послал вперед разведчика. Он предупредит нас, если заметит рейдеров. Это даст нам время подготовиться. Мне будет спокойнее, если ты сходишь к нему. Узнай, готов ли он, Кап. Права на ошибку нет. Эти стены падут, мы погибнем. Попозже. В смысле? Нахуй вы забаррикадировали? Видела, что осталось от поезда. Со времен коллапса такой жести не случалось. Изготовление элитного оружия. Вот я хочу элитное оружие себе накачать, потратить. Ну, это мне надо, блядь... Домишку, блядь. Корабль, как в фильме «Лучший стрелок». Спасибо за топливо. Теперь ты, я и Картофелина снова примемся за то, что у нас получается лучше всего. Будем бесить рейдеров и красть у них ресурсы. Послушай, рейдеры нашли разбившийся авианосец и устроили на нем тайный склад. Ха, думали, что никто об этом не узнает? Нет, от Ража ничего не скрыть. Я думаю, нам пригодятся их запасы. Я предлагаю наведаться туда. Может, даже по пляжу погулять, когда обнесем их. Да я шучу. Рейдеры будут в ярости, так что сматываться придется быстро. Ну, сатанти? Можешь, Капол. Устроим рейдерам такую штуку. Хорошо. Вылазка, да, значит? Сейчас я ручной пулемет куплю. Записка Ража. Где искать редкие компоненты? В целом все идет хорошо. В округе Хоуп полно компонентов. Но редкие и качественные вещи достать все труднее и труднее. Пытаюсь найти более надежные источники углеволокна, титана и микросхем. Я знаю, что кое-что рейдеры хранят на самих защищенных аванпастах. Я знаю, что они собирают эти материалы в своих лагерях по всей стране. Я точно знаю, что если подобраться ближе к их логу, кое-что найдется в сейфах. А без этих трех компонентов мы не сможем полностью раскрыть свой потенциал, даже если я найду что-то, прибрать это к рукам без напарника не получится. Знаешь, спасибо, что веришь. Селена в состоянии фуги. Что ж, на этот раз я попала в сраную перестрелку. Оказалось, между какими-то неудачниками и чуваками, которые они попытались убить. И вот, значит, делаю я перевязку одному чуваку и просто вырубаюсь нахер. Очнулась посреди леса с куском вяленого мяса, завернутого в благодарственную записку. Непонятно, как я там оказалась. Итак, на основе этой херни можно сделать два предложения. Первое, я могу колдовать над больными даже в отключке. Второе, всем насрать, что я так и не доучилась до на врача. Хех, крутяк. Размышления Грейс, несмотря на ни на что, жизнь шла своим чередом. Я присматривала за раями, они объединяли людей и занялись постройкой процветания. Если кто-то и доставлял нам проблемы, я всегда могла с ними справиться, а потом зрение стало меня подводить. К тому моменту, когда здесь появились рейдеры, я уже потеряла хватку. Не мысль, один труп. Теперь это было не про меня. Приходилось лезть в ближний бой, и я чудом оставалась невредимой. Тогда мне пришлось импровизировать, собирать компоненты и массить оружие посерьезнее. Это ключ к выживанию, когда жизнь становится суровой, самые суровые из нас делают стволы покруче. Так... Где этот нищенский пулемет, нахуй? Набор.
набор компонентов. Нихуя себе, какие-то кредиты, блядь. Нет, такого нету у меня. Ну а как вылазку-то завязать, браток? Нихуя не пойму, блядь. Ладно, похуй. Потом разберемся. Давай сюда изоленту заберем. Пока нихуя непонятно, как вылазки эти идеи юзать, блядь, еще что-то делать. 30 метров. Кабанчик, а сколько с тебя надо убийств? Ну-ка, Горацио, покажи ему, кто хозяин. Уберите свинью! Бодай его нахуй. А мы посмотрим, молодец. Кабанчик, ты серьезный перец, ебать. Ну-ка, мочи его. Хорош. Да, на кабан серьезно, но это радует. Вот сучий, блядь. Ебальничек. Чё там, идёт испытание, не? Да. Идёт. Так, куда дальше-то? Вон, шестерёнки есть. Зря я машину бросил, блядь. Вот это туша, да, блядь? Ой, коронный какой чувак. Ебать, сколько у него хп, нахуй.
блядь. Кому-то пизда. Ты мутант, иди нахуй. Ебать, он жесткий. Я отказываюсь принимать здесь меры, пацаны. Я не готов против такого волыночка ебашься. Дневник высшего. Эти проклятые рейдеры отняли у меня все, просто прикатили и начали палить. Вытурили меня из собственного сада. Теперь мне приходится обходиться тем мусором, что попадается под руку. Хорошо? Хоть что поблизости есть бункер, в котором можно укрыться от холода. Так, куда дальше? Ебать, элитный. Ну его надо и валить с элитного, нахуй. Оружие. Не с такого вот. Пойдешь сюда теперь. Не, не пойду к нему. Потом уже кабана резну, травы есть у меня. Так эта музыка, это то, что это эти ебучие пластинки. Кто это? Да ну нахуй. Здесь какое-то место страшное. Пойду я дальше лучше. Сколько навыков у меня? А, не, один мало. А что ж, я могу прокачать, например, хпшку? Да. Тут это 4, блядь. 4 надо штуки. Так, Горацио. Так, сколько еще надо с пулемета убивать? Да, еще можно убивать. Ебать, ты меня пугаешь, нахуй. Ну еще 9 рейдеров, и уже любитель, по-моему, будет, а потом эксперт, по-моему, идет. Навыки нужны. Какой-то там серьезный чувак бодается, нахуй. А,
Один есть. Два. Нет, один. Хуя ты носишься, поаккуратнее на. Два, три. Да я сам хочу пока пулемет прокачать. Так, куда дальше-то? Не то. Карта. Давай ниже, за этой спиралью пойдем, наверное. В ту сторону. Хули, лоси очкошные, убегай сразу. Да потом элитку откроем, с элитки будем ебашить. Пещера, блядь. Готов. О, шестеренка, 36 штук. Их надо валить, они очень неудобные нам. Так, здесь изоляторы нужно найти, да? Так, что у нас тут за рыба? Давай попробуем поймать. Радужная форель, да? Ебать, сколько читать. Последний сток Зипа. Привет, борцы за свободу. Я уже не раз предупреждал вас о гоблинах, вампирах из другого измерения. И их глобалистических планах. Рассказывал, что они устроили 9.11 и раскрутили Рейнольдса. Рассказывал об их детских фермах, лягушках, гомосексуалистах и зашифрованных посланиях в щенячьем патруле. Они контролировали наше правительство и СМИ, а также танцы на льду, по всему миру у них в руках были все ниточки. Разоблачив заговоры, я начал представлять, что для них серьезную угрозу. Сперва они пытались дискредитировать меня, затем взломали мои страницы в соцсетях, но настоящего американца не остановить. Поэтому теперь я распространяю о них информацию, вырезая ее на дверях кабинок и туалетах, на стоянках и печатая листовки. Тут ничего нету. И все же я опасаюсь, что гоблины пойдут на крайние меры, чтобы заставить меня замолчать, устроить ядерную войну или восстание роботов под предводительством беспилотных тачек Илона Маска. Если что-либо из этого случилось, вы знаете, что я говорил правду. Какими мрачными не были бы времена, вы должны сражаться за свободу. Эти демоны не должны победить по скриптам. Если конец света все-таки не настал, покупайте биодобавки и наборы для выживания. Теперь на 98% меньше красивого дерьма на моем сайте. Живучая змея, ебать. А, вот и смотри.
пружинка или что это, блядь? Крушение поезда, наверное, та еще шесть. Ага. А где ж последний? Блядь, по-любому где-то в сарае, блядь. Чё тебе надо? Нет у меня ханивания висела у меня. Блядь, еще один изолятор, блядь. А, вот он. Так, идем дальше. У меня их нету, еще раз говорю, блядь. Я тебе сказал нету, блядь. Ищи, где-то лежат они. Нету, блядь, а уйди отсюда. Нету у меня, еще раз тебе говорю, ищи там все. Ну нету, я тебе говорю русским языком, блядь. Уйди, уйди. Мы молились за погибших в поезде. Похуй. Сейчас, блядь, найду, может, все это заебет. Так, все, я здесь. Пошли. Убили. Ебать, а где мой калаш? Иди нахуй, лось. Да ты заебал в натуре нахуй. Слышь, Горцева, че он меня убивает постоянно, блядь? Бешеный какой-то. Уебище ебаное. Сучи, блядь, подло. О, братан, ну-ка ты что-нибудь продаешь, не? Карты. А, ну эти недоступны, ладно. Купить особые боеприпасы. Что я всегда тут? Ну-ка. Это было неожиданно. И хули она не меняется в особые боеприпасы. На У нажимай, нихуя не происходит. Бред какой-то, блядь. Сейчас, короче, пойдем в следующей серии в депо, блядь. По основной линии. Сейчас тут еще что-нибудь сделаем. Заебали эти писписалки, нахуй. Потрепанный дневник выжившего. Если погода хорошая, я буду спать снаружи. Мне никогда не нравилось сидеть в четырех стенах. Наверное, можно было бы разобрать хлам в бункере неподалеку и поселиться там. Но мне почему-то не хочется идти дальше. И это после такого долгого путешествия от самого Ванкувера. Может, из-за жажды странствий, а может, из-за убийств и масках вокруг. Что-то нет, нихуя. Аптечку не берет, ну-ка давай-ка навык, что там, 3, да? Испытания. А, все больше не качается, да? РПГ-любитель, РПГ-новичок. А
пулемет не качается, да? РПГ любитель, РПГ новичок, огнемет новичок. Ладно, это мы возьмем потом. Че ты так визжишь, меня пугают, блядь. Все. Так, давай-ка телепортнемся к нам в базу и купим это. Что это за задание? В осаде. Сюжетное задание. Сейчас сделаем. Сейчас купим огнемет и РПГ. Точнее, соберем. Трудно было добраться сюда, да? Сюда ржавый огнемет создать вот сюда. Пока с ржавчиной походим, испытания поделаем. Так, что там за задание? В осаде, да? Журнал где? Недалеко. Туда нельзя ближе телепортнуться? Можно отсюда ебануть. Сначала огнемет сделаем. Тут недалеко, да. А то заданий много, блять, а действий нет, нахуй. Ни за что не сдамся без боя. Пока все тихо, но они могут нагрянуть в любой момент. Надеюсь, я успею предупредить всех о появлении рейдеров. Не хотелось бы потерять... Черт, иду! Давай к остальным, живо! Хуяся. Да, такая душа, наверное, не залезет. Это Раш. Все назад. К нам направляется группа рейдеров. А вот тут мы сейчас и будем на них навыки качать, нахуй. Горел, сука. Кабанчик еще сресни. Я
нахуя надо убивать-то? А, еще троих, двоих. Пожар! Пожар! Откройте ворота! Заходим по одному, чуваки, не боимся, бля. Это МП5, бля. Ну. Так, что у нас там, аптечки, да, по навыкам? Еще можно, да, улучшить? Грузовик едет с запада. Так, а что у нас по испытаниям? РПГ новичок завершено. ПП новичок тоже завершено. Огнемет еще одного надо ебануть. Убивайте, ага, второго типа. Оружие ближнего боя. Ага. Пистолет-пулемет. Этот мы купим. Дробовик. Второй ранг. Они залезают на стены грузовиков. Помешаем!
Отлично. О, Горацио, испытание пройдено. Так, а сколько у меня уже навыков? 5. Еще могу аптечку. Давай аптечку. Еще можно улучшить, нихуя себе. Аптечек нужны очень много, да. А пулемет улучшен? Ой, огнемет. Да, теперь РПГ, блядь, но у него нету. Это у нас, подожди, обычный, да? Нет, второй, блядь, ранг. А weapons недоступен? Кто еще-то? Он под нами. Внимание, сюда летит вертолет. Что-то все сестры серьезно назвались. Чего вы тут забыли? Все, подняли. Все, нет. Мы слабеем. Пора валить отсюда нахрен. Ну, живо. Все. Соснули перца. Шкля ебаная. Решили на меня нарваться, блядь. Ой, блядь, убили. Эй, эй, послушай. Ну же, ну же, эй, эй. Ну как ты? Ты ранена? Нет, нет. Ты как? Порядок. Не знаю, сделайте что-нибудь. Все плохо? Дело дрянь. Много погибших и тяжело раненых. Близнецы вернутся, нам конец. Никого не осталось. А люди на севере, эдемцы. Ты шутишь, что ли? Я видел их в деле. Они напали на лагерь, где меня держали. Вдвоем. Получили по десятку пуль каждый и скрылись в лесу. Их называли призраками. Но я не слепой. Эти люди были чем-то накачаны. И нам нужно это что-то. Ты предлагаешь обратиться к Иосифу Сиду. К человеку, который много лет мучил нашу семью. Это было давно. Он оставил нас в покое, мам. Все, что случилось в прошлом, там и осталось. Не вмешивайся. Мы здесь одни. И без помощи. Мы погибнем.
Да. Сделка с новым Эдемом – это сделка с дьяволом. Других вариантов нет. Они что-то знают, и нам нужен их секрет. Нас прижали к стенке. Выясни, в чем секрет Иосифа. А я улажу все тут. Он тебя не обидел. Как ты? Дядя с бородой? Он просто дал мне еды. Если он опять придет, сразу скажи маме и мне, ясно? Я есть хочу. Сам говорил, искать еду надо везде. Да, но у него брать нельзя ничего, даже еду. Нельзя? Потому что мы давно знаем этого дядю. И это плохой человек. Он обидел твоего папу и хотел обидеть всех нас. Эй, если снова увидишь его, беги со всех ног. Слышишь? Иди домой, милая. Ей пора понять. Мы не принимаем помощь от эдепщиков. Часть 2. Новые союзы. Достижение получено. Процветание. Привет. Ну что, чуваки, на этом серию заканчиваем. Всем пока. Ну, вы поняли.